Прошлое прошло. Друзья, привет! Вы находитесь на сайте автокаста.ру. Всем спорт, отличного настроения, позитива. У нас выпал снег. Сегодня октябрь, еще не закончился. Но у нас уже выпал снег. Это Челяба. Поэтому всем с Челябинска привет, кто смотрит по всей России. Пишите в комментах привет, из какого города вы смотрите наше видео. Будет, в принципе, интересно. Для чего мы делаем эти видео? Для того, чтобы познакомить вас с нашим магазином, вы находитесь на сайте, в любом случае. И вы смотрите не просто характеристики динамика, вы посмотрите их вживую. Мы вам расскажем о нем, немножечко приблизим динамику. Это интересно, здорово. Давайте, сейчас одна из моих любимых моделей. Это компания Dynamic State и моделька CN20.1 версия 2. Это, ребят, я вам скажу, самые достойные, шикарные пушечные динамики в диапазоне 2500 рублей. Просто шик. Продали их огромное количество, одно время не было, сейчас пришли прям, ну, я их обожаю, потому что стоят 2500, динамики с сетками в комплекте, играют достаточно низко, классный, красивый у них звук, очень красивый. Давайте посмотрим, что производитель нам предлагает. Во-первых, диапазон частот сейчас быстро вам скажу. От 90 они играют, от 90, ну, от 90, от 100. От 80 уже будет им плоховато, но от 90 у них конкретно интересный есть бас. Что важно, всегда сетки в комплекте, только Dynamic State делает сетки в комплекте. Это кайф. Вот такая мастика для чего? Эта сетка вылазит, прикрутили динамик, поставили обратно сетку. Если вдруг она у вас выпадает в процессе, вы можете намазать мастикой по бокам и ее туда вклеить. Ничего не вылетит. То есть производитель об этом позаботился. Это просто улет, конечно. Давайте посмотрим эту модель. Катушечка здесь простая, то есть это, скорее всего, 1 дюйм. Да? Катушка, сейчас скажем сколько. Полтора дюйма катушечка. Здесь такое охлаждающее отверстие. Несмотря на то, что динамик легкий, магнит здесь, ну, достаточно легкий. Динамик зарекомендовал себя как один из самых надежных, шикарных динамиков. Да, он глуховат по сравнению с другими брендами, но те уже стоят 3, 4, 5, 6, 7 тысяч рублей. За 2,5 есть аналоги, это Булава, Урал. Что еще 2,5 есть? Момо 810. Этот динамик круче всех, поверьте, мы их продаем очень много. Вот поэтому, если вы выбираете или заказываете у нас, на сайте автокаст.ру вводите клубную карту, будет вам скидка. Или покупайте в тех магазинах, в которых вам нравится. Но мы их настоятельно рекомендуем. Динамики просто шик. Все, ребят, долго не разговариваем. Всем успехов, удачи, добавляйтесь в группу ВКонтакте. До встречи в автокасте, пока. Прошлое прошло.